Стали известны подробности вооруженных разборок в Ивано-Франковске в минувшую субботу. Оказалось, что в этом деле фигурирует бывший депутат горсовета и сын генерала МВД. О чем еще рассказали полицейские сегодня? Подробнее расскажет Жанна Дучак. В полиции Ивано-Франковска наконец-то прокомментировали субботнюю перестрелку. Говорят, имена участников установлены. Присутним были жители міста Івано-Франківська, в тому числі, так як ви знаєте, багато сайтів писало, бувший депутат міської ради Халаменда Ігор Анатолійович. І, скажімо так, особи, його знайомі, товариші, в тому числі був допитаний громадянин француз Анатолій Анатолійович. Игорь Халаменда, бывший депутат горсовета от партии регионов, владелец продуктового рынка, известен по кличке Бура. Неоднократно участвовал в криминальных разборках. Анатолий Француз-младший, сын бывшего начальника милиции Ивано-Франковской и Рівненской области, генерала МВД и героя Украины Анатолия Француза. Стрелял ли кто-то из них, в полиции пока не говорят, но уверяют, имена стрелков им известны. На данный момент следствием попередньо встановлено уже осіб, які проводили постріли. З одною з особою ми спілкувалися. Друга особа поки що місце знаходження її нами поки що не встановлено. Напомню, інцидент произошел в суботу. На летней площадке одного из ресторанов отдыхала компания, около 10 человек. В какой-то момент между ними возник конфликт, который перерос в перестрелку. Свидетели рассказывают, все произошло мгновенно. Досить адекватно, спокійно, тобто ніяких ні криків, ні сварок не було. Алкоголь так само вони не вживали. Все сталося раптово, сталася бійка і трошки були летальні ісходи. Во время інцидента посетителей почти не було. Як тільки почалась заварушка, персонал спрятався. Ми персонал весь сховали, всі зайшли на кухню, тобто уникнути для того, щоб не було ніяких інцидентів. Так само гостей не було. В результате перестрелки двое мужчин получили ранения. Все участники с места происшествия скрылись. Ближе к вечеру в разных районах города патрульные задержали две машины с участниками инцидента. Одну из них, Volkswagen Golf, догнали по дороге в областную больницу. В машине находилось три человека. Один тяжело ранен. Он проводит лечение в реанимационном отделении областной лекарни. Кроме того, оперативно нами встановлено, що існує ще один поранений громадянин. Проте офіційно в заклади лікувальні області він не звертався за допомогою. І поспілкуватися з ним поки що нам не представилось можливим. Еще один автомобиль Nissan полиция задержала на улице Сечевых Стрельцов. В обеих машинах было оружие. Именно его использовали в ресторане. По факту перестрелки правоохранители открыли уголовное производство. Пока речь идет о покушении на убийство. Анастасия Старовой, Жанна Дучак, Зиновий Автонас, телеканал Интер, Ивано-Франковск.